не было ничего такого, ни побоев, ни зависимости. Зачем это? Странное поведение. А ты как считаешь, его приход сюда для новых отношений или от безысходности? Я думаю, что ему нечего кушать просто. Он работать не хочет. Он работать не хочет, потому что раньше он сдавал квартиры, которые мои, и забирал деньги. А как вы определяете, что квартира ваша или его, если у вас 10 лет счастливого брака, где у вас 3 ребенка, грубо говоря, вы же все равно могу вместе рассказать. Делали? Я могу рассказать. Во-первых, мы можем сейчас посмотреть по итогу. Мы жили 10 лет счастливым браком, как вы сказали, да? Ели икорку устриц, можно я договорю? Да. А потом в декабре Тигран ушел, и я так и продолжаю есть икорку устриц. У меня все так же, потому что работаю я, у него овсянка. Он потыкался, помыкался, пришел сюда,